Добрый день, наши подписчики, наши зрители случайного канала. Мы продолжаем отдыхать в Паттайе. Наконец-то сегодня собралась вся наша честная компания. И сейчас мы будем собираться идти на ужин. Ну, Лена немножко пока не оценила тайскую еду вообще. Я тайскую оценила, но там, где вот какие-то... Там, где мы кушаем, ну там очень много. Я же вам показывала по видео, там столько китайцев. Неужели они вот, ну, все не брезгливые? Там и русских много. Ну, конечно, там не очень чисто. Ну, нам нравится, что дешево и вкусно. Ну, видите, у всех людей по-разному. Лене не нравится, поэтому нет, сегодня... Нет, ну, еда была, в принципе, она вкусная, я ничего не могу сказать. Ну, не нравится ей обстановка, да? Ну, обстановка как-то вот, ну, может быть, к этому нужно привыкнуть, как я сказала. Ну, много людей, все долга, все сидят друг на друге. Это ты правильно сказала, надо привыкнуть. Да, надо, ну надо, наверное, да, привыкнуть. Руслан тоже на первый день, когда мы его туда привели. Я говорю, Руслан говорит, я говорит, так говорит, преодолевал первые два дня, потом да. Ничего, но на восьмой день соскучился по обычной еде. Но они-то хитрые, они обедать ходят в Макдональдс. Обедать, да, он говорит, я бы не выдержал до пяти. Да, а мы вот уже практически шесть, вот только идем. Ну да, нельзя делать такие перерывы, конечно. Но пока у нас все волки... Волка ноги кормят. Ну, я в том плане, что мы все ходим, ходим, ходим куда-то. Так, ну не в этом дело. Значит, я ли не обещала? Очень, очень красивый закат. Да. Сейчас вам покажу закат. Пока идем до набережной. Сейчас вам покажу немножко набережную. Пока идем с Леной до Макдональдса. Так, вот, друзья, идем. Вечерняя набережная. Собачка воду пьет. Солнышко садится, и жизнь кипит, начинает торговля, уже много байков, уже все причалили, все накупались, отдохнули. Сейчас мы зайдем в Макдональдс, Лена там немножко перекусит, салатик какой-нибудь, и потом мы всей честной компанией пойдем покушаем наше кафе, и там уже примем решение, потому что хочется все вместе ужинать. В принципе, Юля и Руслан сказал, что им... Абсолютно все равно, где кушать. Сейчас послушаем Залину с Виталиком. И, ну, мне кажется, им тоже как бы не особо, ну, не знаю. В общем, примем решение, где мы будем кушать завтра. Но, скорее всего, это будет торговый день, торговый дом, фестиваль, безлимитный буфет. Ну, вот единственное, Лен, мне вот то, что Юра, да, вот если он вот ходит в одно место, он с ума сойдет. Нас много, и все идут за ним, потому что он один хочет. Он с ума сведет, потому что именно вот в это место, именно к этой массажистке, в этот массаж, именно в этот отель он поедет. Он никогда не хочет ничего менять. Ну, вы и сами видите. И здесь люди кушают. А ты думаешь, Лен, здесь чище? Мне кажется, везде ситуация. А там же сидишь на лавках одной большой толпой, понимаешь? Ну, так просто попадает. Как попадает? Там постоянно... Ну, вот, ну, если там аншлаг, значит, там вкусно все-таки. Может, там потому что очень дешево, поэтому там все едят. Потому что дешево. Так, нам с тобой нужно обязательно попробовать будет мороженое тайское в кокосе. Очень вкусное, там, с орешками. Вы не видели, которое вот это вот охлажденное делают, мороженое? Какое? Ну вот где это сворачивают его трубочку. А, ну это есть на Волкин-стрит. Это жареное мороженое или какое-то. Кстати, я его брала в Грузии, мне не понравилось. Да? А ты пробовала? Пробовала в Москве, как бы вкусно. Здесь это готовится, выставляет алкоголь, коктейли. Уже все готовится к ночной жизни. А вот нам, да, кстати, до фестиваля отсюда еще 10 минут пешком, и мы, в принципе, уже дошли. Так. Макдональдс, как всегда, он никогда не бывает без отсутствия людей. Английский, потому что... Учите английский, потому что по-другому вы не сможете. Ну, тут, конечно, картинки, конечно, есть. Я хочу попробовать здесь местные креветки, потому что, по идее, креветки же здесь местные, хорошие, поэтому и здесь должны быть хорошие креветки. Где их искать? В стране креветок креветок нет. Ну, здесь вот наггетсы и курица. Лена не категорически не хочет то кафе. Говорит, вообще не хочу. Не, ну я не знаю, как ты понимаешь, ты здесь предрассудительно сидишь, правильно? Вот ты один... Ну ты никогда не любишь, да, что куча, это не твое. Я не люблю, когда ты сидишь, гам, шум, да. А вот тебе
где? А, часы. Да это обычное явление, они всегда часы носят. Часы какие-нибудь там, фрукты. Тайцы тоже, он там вечером, видишь, напротив, расстилает циновку и спокойно едят там. Раньше много тайцев было, они все кушают на, вот на этих циновках. Да, вот там-то мы с ними и познакомились одними. Ну да. Там парень шел куда-то на перевес, куда-то пропал. Он что-то такое нес, хотела показать, что... Неужели? Неужели девочки собрались? Вы на бал идете, красотки? Залина, Юлия и Юра. Юра ведет девчонок. Друзья мои, не могу вам не показать. Смотрите, какой красивейший закат. Сейчас вот так вот приближу. Солнце садится, и все, видите? Яхточки всякие там, как лодки моторные, все уже стоит на причале, потому что уже у них день закончился, люди наплавались, накупались, и вот так вот, смотрите, здесь такая атмосфера шикарная. Она такая смешная, идем, но тут действительно, да, периодически бывает вой, ну что делать, да, центральная Паттайя. Назовем вещи своими именами, идешь, так вроде цветочками пахнет, потом раз такой волной, идешь, говоришь, нет. Мы-то уже попривыкли, вот понимаете, теперь вот у людей будет, да, у нас подписчики, у них мнение, что же скажут, но... они там нравятся Оксане, если Лене там периодически волна вони. Прошлась, Лен. Ой, я не могу. Но мы с тобой разные. Ну что, разные? Не, я кайфую от отдыха, но ты же подмечаешь какие-то вот моменты, понимаете? Волна вони. В любом случае, понятное дело, что ты отдыхаешь. Вот идем по набережной, считайте. Сейчас я вам буду показывать лучше набережную. Вы всегда увидите и дома увидите. А здесь вот тук-тук напрямую прямо доезжает до Волкин-стрит. Вот какой-то, видимо, хороший отель, Мира Маран. Тоже первая вещь. Ну да. У них ресторан, смотри, какой. Угу. Вот видите, как на тук-туках ездят. Абсолютно безопасно. 10 бат проезд стоит. И, пожалуйста. Ну почему, Лена? Вот смотри, ты эти расстояния на тук-тук раз запрыгнул. А так, представляешь, сколько стоит такси? Нет, мне тук-тук нравится, но ты говоришь, абсолютно безопасно. Ну а чем он опасный? А так, конечно, хорошо. Ты едешь. Ничем он не опасный. Вон девчонки нет, стоят. 20 рублей. 20 рублей, да. Проезд. Пробочка уже, видишь, вечереет. Первый раз вижу здесь пробку. Нет, здесь очень много машин. Конечно. Хард-рок. Впереди нас. Сейчас мы уже будем сворачивать. А теперь мы пришли, а? А теперь мы пришли в их кафе, где мы постоянно кушаем, точнее, в национальное, где китайцы, тайцы. И вот смотрите, сколько здесь народу. Если бы здесь было плохо, ну, разве бы ели в таком количестве люди? Ну, скажите. По-моему, бы не ели. Лена говорит, что здесь едят все, потому что дешево. А мне кажется, потому что вкусно. Ну, мы привыкли сюда ходить. Вот, а здесь, в этой, там, где мы у тетки едим, у нее всегда народ, смотрите. Народу полно. А теперь вот давай. Другое. Что, садимся? Залина, ты соскучилась по супу том-ям? Очень. По супу. А главное, я соскучилась по этой компании. Классно. Что-то маленькую взяли. Посмотрим. Сейчас попробуем. А ни разу не кушали здесь. Не доходили. Вот там кеха. Вон соседи. Где? Я вечером. Лена, риски будут? Нет. Два том-я на половинке. Том-я маленький возьмем? Два. И креветки с чесноком. Креветки с чесноком. Чем пришли в Юрина любимая часть. Нет, бабуля теперь только китайцы подпускают. Ты посмотри, тут одни китайцы. Покажи, Юра, что вкусно ты показал. Ну вот, ты сказал, вот чесночные креветки. Где написано, что они чесночные? Да. О, здесь даже дешевле. А почему здесь такая цена? Мы брали за 200, а большие 400. А это уже чищенные. Нет, сейчас мы найдем, подожди. Так,
Но мне кажется, его молоко мне разбавляют. Вкус вот здесь вот, да? И вкуснее, да? Можешь мне заказать еще отдельно? Заказчик. Потому что я думала, он будет маленький, а он большой. Так, друзья. Знаешь, Александр, что люди пишут? Кафе напоминает приют для малоимущих. Да. Вот у меня такие же вот ощущения. Зрители твои, да, пишут. Виталик объясняет Лене, что нужно кушать, где тайцы кушают. А Лена говорит, здесь одни китайцы. А вот он рассказывает, что во Вьетнаме... Я вижу, что здесь китайцы. А во Вьетнаме, говорит, нашел, говорит, там, где едят вьетнамцы, да? То есть ты считаешь, что это кафе достойное, вот это, где мы сейчас кушаем? Ну, кафе, конечно, нищебродское, но кормят вкусно. Кормят вкусно, нормально готовят. Реально национально, как будто художник. И тайцы готовят, тайцы приходят, кушают. Это показатель того, что кухня аутентичная. Поняла, Леночка, тебе объяснили все. Ну понятно, но есть еще такое понятие, как комфорт. Допустим, пусть у нас здесь вкусная еда, но когда у тебя дискомфорт от окружающей, допустим, среды, понимаешь? Вот, допустим, Виталик пришел, там, ну, нормально, а у вас салфеточки нет случайно, руки в этих, понимаешь? Вроде это нормально, но а сейчас их как-то перестраховаться. Сейчас попросим, чтобы дали салфетки вам всем. Дискомфорт ты делаешь в своей голове. Вот это создаешь, вот ты себя накручиваешь. Вот сейчас вот Юра поведет на массаж за 200 бат, который стоит 300. Но там, где 300... Там чистый туалет, там можно помыть ручки. Да. А там, где 200, там бочка с водой. Да. И зачерпни, помой там себе все, что хочешь. Вот разница. А качество массажа? Качество одинаковое. Одинаковое. Вопрос в чистоте. Там полотенца чистые, полотенца благоухающие. А тут тряпки тебя какой-то протерли, которые только что кого-то протерли. В общем, вопрос в комфорте, понимаешь? А за комфорт надо либо ты плачешь, либо не плачешь. Это биг, да? Это наш. Я плачу. А это тоже биг? Это тоже биг? Да. Держишь, где? Держишь. Так, принесли нам биг креветочки. А у нас чесночные. Почему? Это наша. Вы одну на двоих заказывали? Да, мы одну. И мы одну на двоих. Юра так делится, слышишь? Нет, это не просто. Мне нравится, подбегает, говорит, это... Салфетки. А соус спайс. Спайс, да? Сильно? Вот, мне кажется, потому что они, как правило, такой... Ну ничего, сейчас попробуем. Не пробуй. Сейчас салфетки дадут. Мне кажется, для одного человека он может себя накрутить так и... И это не устраивает, и другой не устраивает. Юра, ты просто пофигист, тебе все равно. Тебя посади на улицу, какая тарелка, ты там будешь есть. Может, да. Если я хочу есть, я буду есть на улице, и буду есть с макашницы, буду есть. Ну, я и говорю, что тебе вот все равно. И у меня будет... Ты не испытываешь, а ты дискомфорт. И у меня будет сабай. А другой человек придет в какое-то навороченное место, его там его окружат всяким комфортом. Но тут никто не говорит про навороченное место, а хотя бы там, где чисто. А он по характеру склочный и создаст себе невыносимые условия, и всем окружающим. Виталь, я Лене обещала, что завтра мы пойдем в фестиваль, вот этот буфет. Сходим все вместе? Ну, обычно туда приятно, когда вот уже объешься, вот мы тайские, не а лет... это уже европейское, там мясо поедет. То есть вы еще не готовы на фестиваль? Том-ям, это сюда. Это маленький, то маленький это. Вот это маленький. А это нам одна на двоих, да? А, одна на двоих. Так я не поняла, это все-таки это считается маленький? Это маленький. Ребят. Мне кажется, прикол, смотрите, как это. Как... Что? Смотрите, нам такой том-ям подали, это вообще даже поснимает. С подогревом? Загаси. Загаси, да. Ага, сейчас ну, смотрите. Так, том-ям все получили. Давай тарелочки. Целая эта. Так, мы бы один вот этот на двоих бы съели, зачем там так много так? Все, я за то. Я буду так кушать. Так, ребят.
Может быть, внешне это кафе и плохо выглядит, но том-ям, я хочу сказать здесь, ну, очень вкусно, очень, ты да? Попробовала? Я попробовала, мне очень понравилось. Сейчас Виталик скажет, я на него переведу камеру. Обалденный. Тот самый вкус. Тот самый вкус, за которым мы ехали сюда. За которым мы и приехали. Ну-ка, Залинчик, попробуй ты, скажешь, тот самый вкус или не тот самый. Лена, попробуй у меня, пожалуйста. Ловить не переловить. Лена говорит, я не хочу. Не надо. Вкусный, да? Лена не трожь. Обалденный. Юра, да, вы предваритель банды. Все за Юрой, правильно он говорит? Юра, да. Правильно, правильно, авторитетный. Юр, ты под машину нас только не веди. Все безропотно повиновение в бригадцы. Шаг за шагом. Дядя Юра. Потом у него же святая миссия. Он экономит наши денежные средства. Да. Сейчас покажу. Смотрите. Ой, я не могу. Дешевым массажем, да? Юра, что они тебе? Ты в белом, в чапу, в первой настройке храма истины. Сегодня ты первый по улицам Паттайи. Все, только ты. Нет, просто решили интересно посмотреть, нет, что будет, произойдет, когда мы будем забирать Юра, часы. Мне так интересно, решил ты и сказал, что все идем за часами. Понимаешь, и все люди вот идут. Наша компания, все идут за нами. Короче, завтра приходить. А, шли. Окей, смотри. Провода еще раз вам показываю. Проводка, да, мне нравится. Я просто балдею. Как у них ничего не знают? Да? Там останавливались, есть там такой боёк с камерой. Ну да, есть такой. 60-го этажа, 70-го. Там есть ресторан. Да. И вот так все крутится. Смотровая площадка там. Ну это куда вот высоко-высоко есть стеклянный такой, поднимается над городом, да? Ну вот есть такая экскурсия в Бангкоку. Я думаю, ехать на море. После масса, ой, после обеда, как всегда, обед это, понимаете, чтобы вы понимали, 8 вечера. Мы идем на массаж. Сегодня мы поэкспериментируем, пойдем в другой массаж. Ну, на самом деле мы в него уже ходили, но вот ребята настояли, что сегодня нужно сходить сюда. Поэтому мы группой уж правильно ушли, леди массаж. Фуд массаж 180 бат. Тай массаж 200. Ой, у 300. Так, со скрабом. Да, со скрабами, со всеми делами. Да. Тебе этот больше нравится? Здрасте. Девочки, красавицы. Я буду ойл. Слышите, Юрий массаж делает, такие звуки. О, слыхали? Маме всегда говорю, что здесь, маме рассказываю, что фуд-массаж, она говорит, как это? Я говорю, здесь труд каждый пальчик, натирает, целый час делает массаж. На примере Юли показываю. Вот, друзья, ребята над нами смеются. Да, вы, значит, ходите... Нет, давай, подожди, я скажу сначала свое мнение. Вы ходите в дешевый массаж, а здесь вот, ой, массаж 300 бат, но здесь вот... Ну, вот, вот ты заметил отличия какие-то? Вот? Конечно, я заметил отличия, здесь что... Здесь хуже, да? Гораздо хуже. Ноги не помыли. Ноги вот. Не помыли, да? Это начало. Ноги не помяли, пятки не помяли. Вы вообще просто вот относились, ну, откровенно, ну... И постоянно у Юры выучили. На чай, 100 бат на чай, 100 бат на чай. Юра рядом лежал. Ну, как бы, знаете, я считаю, что за 200 бат это все зависит, короче, от массажиста, как от нормальных.
Нет, человек должен, если хочет начать дать, он дает, и это надо служить, они выпрашивают. Я считаю, лучше сделать массаж за 200 бат, и дать 50 бат чаевых, конечно. И тогда тебя на следующий день будут ждать, я так думаю. Да, вот именно так. Так и делают в нормальных массажных салонах. А я никогда из тебя просто выкручиваю. Ну, я здесь тоже такой чистоты не заметила. Да. Вот я знаю, вот хороший вот вроде чистый Еву массаж, я, еще когда, попробуем с Леной. Когда у меня был 150 бат... Лена, иди сюда, расскажи. Когда мне 150 бат делали массаж, мне дали накрахмаленную чистую одежду полностью. Она была новой. А тут, тут мне дали какой-то костюм, непонятно с кого. Так, Лен, поделись, пожалуйста, ты. Поделись ты своими впечатлениями. Мне понравилось. А вот мы с Юрой считаем, вот нам делают за 200 бат массаж. Там не такая же атмосфера, такая же, как вот здесь вот. И постоянно только слышно 100 бат на чай, 100 бат, хорошо, 100 бат на чай. Вот весь Юра лежал рядом. Мне, допустим, не понравилось, что постоянно выманивают. Я хочу сказать... Все зависит от того, кто делает. Мне девушка отлично делала, улыбалась. Нет. Девушка была. Не, у нее девушка была. Она не симпатичная, Лене страшненькая такая девочка делает. А вот страшненькая, зато хорошо. Если там страшненько, что это? Какая разница? Да, вот, ну, я считаю, вот мы с Юрой решили сделать, вот, ну, как бы, за 200 бат делаешь, 50 бат дал чаевые, они на следующий раз еще больше стараются. Да, а когда тебе делают втридорого, из тебя еще плюс еще выманивают на чай. Ну, в общем, вот такие дела. В общем, надо идти к тому человеку, который нравится. Который тебе нравится, который тебе делает хорошо. Окей. И ты можешь ему давать на чай, и будешь очень доволен. Но мы очень капризны стали, ребята. Здесь массаж стоит, в принципе, копейки по сравнению со всеми государствами, по сравнению с Россией. Но мы и едем сюда, вот, видите, большими буквами. Фуд-массаж, 180 бат. Мы сюда, конечно, и едем за массажем и за манго. Ну, да. За летом, за теплом. Нет, мы просто начинаем уже выбирать, если одно, второе, три. И дальше начинаешь анализировать и делать свои выводы уже. Вот так, я думаю. Вот что животворящая сила массажа делает. И как будто не было 9-часового полета, да, Виталий? Да, все, я новый. Ты новый, тебе понравилось? Виталий Александрович. Виталь, тебе понравилось, как тебе сделали? Принимай меня, Паттайя. Обновленного. А тебе понравилось, как сделали? Да. А тебе ноги мыли? Да. Делали, да? Да, вам просто не помыли. Просто нам не помыли. Видишь, как хорошо, тебе повезло. Ребята выбирают кепки, смотрите. 100 бат, Виталик. Тебе сразу показывают 100 бат. Банда занималась темными делами. Боюсь. Ты не пугаешь? Сейчас напугаешь тетеньку. Мурка. Мой мурё, значит. Молодец. И это не смешно, если каждый будет мерить так вот. Я тебе говорила, Лена, Виталий, это вообще, с ним вообще не соскучишься. Пока в море зайдешь, куча анекдотов. Обрел силу, не говори. Вышел, как обновленный, говорит, принимай меня, Паттайя. Тогда и мы спляшем еще. Вы метришь. Виталь, сколько? Кто этот божественный мужчина? Неужели он за мной? $100. Брюки, пиджак, жилетка и галстук. Пойдем ткань посмотрим, для интереса. Я бы себе сшила бы только этот... сарафан. Смотри, Залина показывает образец. Русал говорит, малиновый пиджак, Русал хочет. Ой, я не могу. Ой, я не могу. Слушай, ну если они на заказ сошьют... Смотри, плиз. Смотри, какое качество. Тебе нравятся вот эти пиджаки? Тебе нравятся вот эти пиджаки? Итальян. Ну, отстой. Материал, он говорит, $200. Все вместе. Рубашка. Рубашка. $200. Рубашка, брюки. Не, за хуйню шить не надо. Надо итальянские ткани брать. Друзья, вечер в кругу семьи. Нашей большой семьи. Нашей большой дружной семьи. Смотрите. На машине вообще. Не, у нас место есть. Нет, я не... Друзья, заканчиваем сегодняшнее видео. Юра, попрощайся с народом. Попрощайся с народом. А, да. Мы всем прощаемся. Нет, на сегодня. На сегодня всем пока. Так что мы здесь, нашей веселой компанией, будем общаться. На меня пока. Мы сегодня скажем до свидания. Сегодня, слава богу, наконец-то полный состав. Нету Оли. Оля не прилетела в этот раз. Ну, надеюсь, в следующий раз. Ну, нас опять 7 человек. Покажи, какая рыбка я принес. Покажи. Вот смотрите.
рыбка на соль. Подожди. Юра сказал еще показать, да. Залина у нас пьет всегда только сок. Залина у нас ужас. Залина у нас голова. Что значит ужас? Ананасики тают во рту. Тают во рту, а не в руках. Кто хочет, давайте. Давайте.